Добрый день. Ну что, рыбалка началась. 2-3 карася уже поймали. Поломать уже успел фидер. Непонятно почему. То ли перегрузил его, то ли хрен его знает чего. Ну, такая вот уже удача. Ветер северный. Выгон воды идет. Ну, черт, посмотрим, что она будет дальше. Наверное, рак. Так сильно упирается. Что это такое? Чужая снасть. Ну, снасть. Ясно. Здесь 4 крючка. На каждом крючке стоит своя гранула. 4 вида гранулы поставил. Сейчас даже если клюнет, будет непонятно, на какую вообще и клюнуло. Ну я не знаю, на речке 4 крючка, они спутаются уже. А у меня же вот эти вот убийцы карася с двумя отводиками. Они не путаются. Ну что? Ветер, смотри, вообще утих. Если ночью не будет ветра, нам комары же тебя не дадут. А что? А ветра не будет? Нам комары нам дадут. Я тогда первый иду спать. Нам комары. Ну и что тебе сказать? Из 4 гранул сработала медовая. Нет. Подожди, красная, это у нас клубника, клубника. Сань! Я слышу, у меня клубника стоит тоже. Так здесь было 4 гранулы, слышишь, конечно. Вот когда вот так вот 4 крючка, они между собой не путаются, Сань, смотри. Это парадокс какой-то. Встал возле этой вот тут, возле удочки, и все, она прекращает клевать. Моментально. Сейчас только отойдешь, начнет клевать. Хочу на ночь макушатники поставить. Не мучиться. С кормушками. Хай стоят макушатники. Да, это не макушатник. 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 Так, раз. Два. Thank you.
Ветер утих, и начала вода прибывать. Но нет ветра и нет клёва. Пару раз тронуло и все. Больше не хочет. Не знаю, я на ночь, наверное, вот это оставлю, три макушатника, чтоб не мучиться с этими, с кормушками. Три макушатника хочу поставить с этими, силикон. А, силикон. Силикон надо было еще поставить. Да ладно. Я там гранулы поставил. Ну, гранулы, силикон, блядь, поставил. Там, я не буду с мотосиликон ставить. Давай ты, да, ставь силикон, посмотрим, как он сработает. А, я уже бы забросил. Я уже три макушатника бросил. Восемь часов, да. Ну, значит, я еще и переброшу, поставлю силикон потом. Ну, да, может быть. Какую он съел гранулу, совсем непонятно. То ли мед, то ли слива, черт тебя знает. Ну, что-то ему захотелось. Здесь еще червяка кусочек было. Целый бутерброд. Какая чудесная погода. Классно на речке. Но сейчас будет вечер. А с вечером придут комары. Вот будет нам весело. Заодно испытаю новый способ избавления от комаров. Это одна часть уксуса, одна часть шампуни, одна часть подсолнечного масла. И все это будем наносить на себя, посмотрим, как оно даст. Результат посмотрим. Короткая ночь в июне. Но эта короткая ночь, если она не клюет, то скажется очень-очень длинной. За всю ночь поймал два карася. Сосед справа поймал сомика где-то на килограмм. Второго сомика маленького отпустил на медведку. Ну, у нас медведки не было, мы на сомика и не бросали. А карпа не было. Как-то так. Рыба гуляет. Да. Главное, чтобы горох бросай. Не, не, горох в крылья не попадает. И он заебись. Thank you.
Я же говорю, сидит. Ну, он потянул, отпустил, Я говорю, если там макуха, то он... Этот, то он силикон, да? Да. 100%, 100%. Силикон, кстати, работает. Силикон работает. И этот, и красный работает. И красный, и желтый. Да. А, ладно, плыви. Ё-моё! Да я думал, ты сам слышишь? Думал, помер, бедный. Да. Ну что, вот это весь улов. 2, 4, 6, 8, 10 карасей. Одного карпика отпустил. Ну и поклевку видели сегодня хорошую. Но безуспешно. Все, будьте здоровы. Не останетесь швей.